тут с колыбели будущих звезд. Думаю, нам здесь понравится. Пошел вон с глаз, давай! Нам не нравится. Тихо! Нравится! Придется вернуться в Миннесот. Никто даже не поздоровался. Привет. Пока. Ладно, мы останемся. Ладно, ладно. Да! Может остаться? Впрочем, не трогать холодильник в гостиной. Что? Почему? Вы столкнете его в бассейн или отрубите хоккейной клюшкой. Это совсем не так. Правда? Да, да, да. Не слушайте Густава. Столкнули холодильник в колодец. Без паники! В сторону, парни! Мой дядя был слесарем. И стало еще хуже. Парни, какой план? Кабинет Артура Гриффина. Полагаю, вы решили нашу проблему. Кендалл, без паники. Да. Есть всего три места, где мог бы спрятаться холодильник. Во-первых, он может быть у соседей. Во-вторых, может залезть на дерево. А третье? В Германии! Нам конец. Я знаю, что делать. Эй, с ума сошел? Хочешь нарушить правила поведения в особняке номер 2? О, тогда расскажем Густаву, что потеряли его... Холодильник. Нас вышвырнет, и моим мечтам настанет конец. Где вы вообще его взяли? Кое у кого. Тихо. Что это? Это шелк. Без тебя знаю. Хватит относиться ко мне как к ребенку. Нет. Ты испорчена, избалована, жестока. Да, помнишь, как во втором классе... Привет, мама. Я бунтарь. У тебя волосы потом где-то год отрастали. Ха, супер! Я не ребенок, мне 16. Тебе нравится балет? Да, но я люблю сырные шарики. Давай поговорим, как просто друг с просто другом. Хорошо. Любишь хоккей? Как ты так себе? Значит, все кончено. Молодцы. Парни такие глупые. Мне даже интересно. Знаешь, это логично. Вот идиот!